Шарашкина контора представляет антифутбольная премия «Золотой заболотный». И первая номинация – «Ногожоп». Обычно по поводу вратарей говорят «рукожоп», но нет, наш герой – настоящий ногожоп. Посмотрите, что он сделал. No, God! No, God, please, no! No! А между прочим, Джанлуиджи Донарума на трансфермаркете оценивается в 50 миллионов евро. И все бы ничего, если бы этот гол не случился на первой минуте матча и не оказался бы единственным в игре. Сампдория выиграла, Милан проиграл. Юра Ладыгин на это бы сказал: «Я могу так же, только в 100 раз дешевле». И следующая номинация «Король умер», и речь пойдет о матче Реал Мадрид-Уэска. Королевский клуб принимал у себя дома последнюю команду премьеры. И вплоть до 89-й минуты счет был равным – 2-2. При этом у Реала были вот такие моменты. Как он не забил! Старый волк промахнулся! Хотя это Бейл, ничего удивительного. И, о чудо, команду спас, кто бы вы думали, Бензема. Реал праздновал так, будто взял четвертую Лигу чемпионов подряд. Это просто праздник какой-то. И хочется отдельно обратить внимание на момент перед голом, где Сережа Рамос выпрашивает пенальти за нарушение на нем. Серьезно? Вот этот Рамос? Или может быть вот этот Рамос? Или вот этот? Стыд, да и только. Еще одна номинация – «Психанул». Тренер махачкалинского Анжи Магомед Адиев подал в отставку после поражения 5-0 от Краснодара. Держите меня! Держите, а то убегу! Магомед, ну вы же вроде не ингуш на границе с Чеченской Республикой, чтобы, не разобравшись с ситуацией, сразу психовать и делать поспешные выводы. И у вас тоже никто ничего не забирает. А именно тренерский пост. Что вы хотели в матче с командой, которая в этом году показывает почти чемпионский футбол? Ну, для чемпионата России чемпионский, конечно. Будем надеяться, что Адиев успокоится и продолжит работать. Все-таки этот дагестанский пионер-отряд кто-то должен довести до конца сезона. И последняя, самая эпичная номинация – «Расслабон года». ЦСКА «Уфа». 2-2. Сдаются мне, джентльмены, это была комедия. Не знаю, что в раздевалке сказал своим подопечным Виктор Гончаренко, но, скорее всего, что-то подобное. Сука! 2-0 до 88-й минуты. Фанаты ЦСКА уже начали покидать стадион в хорошем настроении. И началось. Бекау не дорабатывает в защите. Это раз. А тут уже хрен знает, кто именно не дорабатывает, потому что никого особо и нет. Это два. Это фиаско, братан! А ведь это был первый матч Уфы, который занимает предпоследнее место в российской премьер-лиге под руководством нового главного тренера Вадима Евсеева. И мы уж точно знаем, что сказал Евсеев скептикам после игры. Ну вот и все. Лайкайте это видео, подписывайтесь на Шарашкину контору, и да пребудет с вами Заболотный.